Добрый день! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я отправляюсь в путешествие в Турцию. Буду инспектировать отель Максерия Blue Didim. Лететь мы будем с вами из Минска. Сейчас с Новополоска, как обычно, я добираюсь до Минска. Вам покажу дорогу немножко, покажу аэропорт опять, покажу, как проходить паспортный пограничный контроль, если разрешат поснимать. Поехали со мной, все будете видеть в этом обзоре. Рад вас видеть! Платная стоянка, есть бесплатная. Мы поедем, попробуем с вами стать на бесплатную, посмотрим, покажу вам, как оно выглядит. Ну, там, конечно, стремновато, нет асфальта, там обычный песок насыпан, гравий, и никто ее не охраняет, ее могут поцарапать, побить, все что угодно может произойти. Чтобы на нее попасть, нужно вот на заправку налево поворачивать. Сейчас мы с вами пойдем на нее, нам налево, вот за этой машиной. Нам повезло, на парковке стояла штука для доставки багажа, поэтому мы сейчас налегке с удовольствием едем в аэропорт. Обычно там ничего этого нету. Спасибо, кто оставил, спасибо вам. Вот эта штучка очень удобна. Настоятельно рекомендую, если стоит случайно, берите и езжайте. Значит, вот у нас здание аэропорта, нам надо туда. Вот это платная парковка. А наша мы с вами вот оттуда пришли, это бесплатная. Вопрос, проедем, не проедем? Проедем. Ваши ставки? Проедем. Принимаю тотализатор, 1:2. Проедем. Ну давай, Ин, поехали. Прошла, смотрите, тютелька в тютельку. Кристина, ты пройдешь? Нормально, молодец. Значит, мы с вами сейчас на нулевом этаже. Это зона прилета. Здесь есть, конечно же, лифт. Мы им будем воспользуемся, чтобы подняться на первый этаж, и там уже будет регистрация.